Так, вторая встреча Гегемона. У него, походу, дорожка опасная получилась. Да, со всеми задротами, зараз. Ну, хотя у Nevermind уже была опасная игра с Керамбитом. К сожалению, мы ее не смогли записать. Но хотя последние бои запишем. Повторим. Там было много эпика. Пожелаем удачи обоим участникам. Ли, Nevermind и против Гегемона Брюса. Nevermind решил взяться за старое, поиграть за Ли. Так, волшебная нога. Волшебная ножка делает джагл. Разводка типа. Типа тот отлежался. Покают. Кто-то садится, успевает на реакцию. Играют более чем осторожно. Делает джагл. Походу это первый раунд. Нет, фейлит. Фейлит, но все-таки сделал концовку. Так. Вот, поймал на джагл. Опять фейлит, но все-таки задел его снова. Он, походу, издевается. Надо вставать и пичкать его за это. Так, первый бой выиграл Nevermind. Второй бой, кажется, будет сюрпризом. Кого возьмет Гегемон? Гегемон обещал всех навтыкать. Сейчас он сделает камбэк. А что мы местами-то не поменяли? Да, слева хотя. Да все уж. Так, поменялись сторонами. Снова эта же карта. Хайлориус Клаб. Шифты же у нас разные. Да, придется шифты настроить. Так, сейчас Гегемон начнет тащить. Его слайдом уже атакует Nevermind. Гегемон не теряется, делает захват. За счет захватов он много дел творит. Так, хорошие поки от Гегемона. Попадает в контрхит, делает на нем джагу. На тех трап не ловится Гегемон. Шарит, видимо. Так, волшебная нога у Гегемона тоже крутая. Там можно было убить, но все равно он убил. Делает он сейф. Так, контрхит. Не делает джагу. В общем, много ошибок. Вот с этим, с керамбитом.
Садись. Да, что это такое? Ох, можно да. было труба наказать жестко. Решил пощадить нормально соперника. Да, Брюс забирает свой раунд. Остается последний шанс у Димона. Димон берет инициативу в свои руки. Понемногу теряет ее. Не получается разводка. Ну, Гегемон шарит, Гегемон делает, давай, молодчик затащил раунд. Как вам? Да, поменяем тогда смотреть. А, давай, подожди. Решили поменять. А, блин, где он? Не нравится. И в третий раз вопросы. Какая карта? Я не заметил. Счет 1-1, да? Так, сейчас ответственный момент у кого-нибудь. А, хорошая карта. Да. Мы сейчас с тобой не играем. Что ты, да? Ох, не сделал с гарантию. Техтрапы на стенке. Так, не наказался. Ух ты. Димон ведет. Опа, ну конь не дошел. А? Ну там надо точно прям попасть. Вот этот как он, тайминг хороший должен быть.
Опа, кто-то разозлился. На, заполкал. Два, один. Осталось меньше. Во, грамотная стеночка. Доба. А Пупей концовку не доделал. Ну, посмотрим, будет ли. Что сделает на рейджи? Все понятно, nevermind, затащил, сделал. Счет. Я же говорю, don't trust you, братва.